Выставка «Позитивное родительство» – это прекрасная возможность познакомиться с авторами интересных методик и семинаров, узнать о новинках на рынке товаров для естественного родительства, присмотреть интересные занятия для себя и ребенка на следующий учебный год, выбрать привлекательный вариант летнего отдыха. В рамках выставки все два дня, с утра и до вечера, будут проходить бесплатные мероприятия, организованные участниками выставки, мастер-классы, открытые уроки, консультации и семинары. Дети смогут провести время, просмотрев качественные отечественные детские фильмы и мультфильмы из Госфильмофонда в синем зале кинотеатра, пока родители посещают лекции и семинары. В выставке приняли участие производители и продавцы достойных товаров и услуг, готовых поддержать идею естественного родительства. На выставке-ярмарке каждый мог для себя выбрать все необходимое для естественной и экологичной жизни. Полезные детские игрушки из натуральных материалов, одежда для беременных и кормящих, слинги, слинги-шарфы и другие полезные приспособления для ношения детей, познавательные книги и журналы для родителей, гомеопаты-консультанты, мастерская домашней психологии, центры родительской культуры, развивающие центры для детей, альтернативные общеобразовательные центры для детей, курсы по подготовке к зачатию и дородовой подготовке. Нам нравится атмосфера здесь, да. Конечно, хотелось бы побольше участников, побольше народу. Настроены мы позитивно. Наша идея в том, чтобы заменить не самые правильные продукты их вкусными и полезными аналогами. И чтобы это было просто, доступно. У нас есть все для сырого обеда. Эта выставка является пространством, куда приходят люди с задачей жить естественно, питаться натурально, развивать своих детей гармонично. В общем, как-то вставать в этом мире в гармонии, любви и какой-то всеобщей радости. Мы рекомендуем посещать эти мероприятия. Всем, кто стремится привлекать в свою жизнь больше хороших людей, больше радости, позитива, ну, позитивные вещи. Выставка-ярмарка «Позитивное родительство» – не единственное мероприятие. В самое ближайшее время на территории кинотеатра «Салют» пройдут уникальные события – позитивная еда и позитивные вещи. Следите за анонсами на сайте www.positivelife.ru.